заинтересовалась прокуратура и Кайдакским мостом в Днепре. Мы уже рассказывали, что за его освещение город заплатил 13 миллионов гривен. Местные активисты подозревали чиновников в растрате. Теперь под следствием оказался один из сотрудников горсовета. Что ему грозит, выясняла Елена Миндалюк. К 35-летию Кайдакского моста чиновники с помпой представляют его новое освещение. Почти 2 километра переправы подсвечены разноцветными светильниками. Из городского бюджета потратили 13 миллионов гривен. Денег, говорят чиновники, было не жалко. Все лампы энергосберегающие будут экономить на электроэнергии. У нас на сегодняшний день экономия от освещения на мосту составляет в 2 раза. За счет этой экономии у нас компенсируются возможности подсветки самого моста, эстетическая часть. Однако теперь потраченной суммой заинтересовались в областной прокуратуре. В июне департамент стратегического развития провел тендер на реконструкцию сети освещения Кайдакского моста. Выполнить работы пожелали 3 фирмы. Главными конкурентами стали «Электроспецстрой» и «Сентежис». То есть первый участник, у него было предложение 11 миллионов 800 тысяч, его отклонили, так как у него не был полный пакет документов, нескольких справок, некоторые справки у него отсутствовали. Но при этом второй участник, у которого было предложение более 13 миллионов, с ним подписали договор. Компания «Сентежис», по словам эксперта, тоже не предоставила все необходимые документы. Мало того, создана она всего 4 года назад, не имеет опыта по освещению мостов, плюс взялась за работы, имея в штате всего 3 сотрудников. В данном случае господин Резник, ну, по моему мнению, нанес ущерб территориальной громаде там, на более чем 1 миллион гривен. То есть, соответственно, надо в судах решать вопрос, имел он это право или нет. Сергей Резник – это начальник департамента стратегического развития горсовета. Именно он подписал договор. В областной прокуратуре открыли главное производство. Говорят, расследуют возможное присвоение чиновникам бюджетных средств. Больше информации не дают, ссылаются на тайну следствия. Поэтому делу ни меня, ни моих специалистов, ни уполномоченное лицо, которое занималось тендерной документацией и акцептами, не было ни опрошено, ни вызвано. Мы все документы по требованию правоохранительных органов готовы представить и дать необходимые пояснения. Были махинации с бюджетными деньгами или нет, должны разобраться следователи. Если вину чиновника докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Елена Миндалюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.